Лжетеррористы опустошают казну. Каждое ложное сообщение о заложенной бомбе обходится как минимум в 120 тысяч тенге. На поиски по тревоге поднимают ряд служб. В экстренном порядке выезжают взрывотехники, кинологи, пожарные, медики, следственно-оперативные группы. Полицейские оцепливают территорию, перекрывают дороги, эвакуируют людей, останавливают производственные учебные процессы. Чаще всего объектами телефонных террористов становятся места отдыха и развлечений, вокзалы, аэропорты, жилые дома и учебные заведения. Основные причины – нежелание учиться или работать, хулиганство, месть, зависть, ревность, а также психические расстройства и алкогольное опьянение. За выходку лжетеррористы могут лишиться свободы на 6 лет. Как сообщает пресс-служба МВД, ежегодно в полицию поступает около 90 звонков о заложенных взрывных устройствах. В этом году по таким фактам возбуждено 42 уголовных дела, 28 человек привлечены к ответственности.